Вы только посмотрите на этих выпускников, облаченные в мантии и академические шапки. Торжественная церемония вручения дипломов MBA началась традиционно с исполнения университетского гимна и приветственного слова ректора КФУ Ильшата Гафурова. Я не знаю, как будет воспринята в дальнейшем данная отраслевая программа, как она будет видоизменяться, но во многом ее изменение зависит от ваших откликов, от вашего соучастия, где бы вы потом ни работали. Поскольку мир меняется, и программы должны меняться, мы все время должны научиться быстро, адекватно отвечать на те вызовы, которые сегодня существуют в обществе, существуют в отраслях. 2 года назад была создана программа добывающих отраслей, и в 2017 году стал первым выпуском новой программы MBA. Ректор Санкт-Петербургского международного института менеджмента Сергей Мордовин, председатель итоговой аттестационной комиссии на программе MBA добывающих отраслей Валерий Сорокин, а также депутат Государственного совета Республики Татарстан Рустам Мухамадеев сказали выпускникам немало теплых слов на пустве и пожелали им успешного карьерного роста. С ответными словами выступили и выпускники. Все они благодарили преподавателей. Преподаватели делились впечатлениями от того, что им вновь пришлось пережить студенческие годы. И вот эти новые ваши знания, которые вы нам дали, позволили нам, заставили нас думать по-новому, анализировать по-новому. Вы заставили нас по-новому слушать и слышать других. В последующем в нашей жизни мы, конечно, не можем сейчас сказать, что нас ждет впереди. Но мы можем сказать только одно, что мы вас постараемся не подвести, и мы вас не подведем. Официальная церемония завершилась речью директора Высшей школы бизнеса КФУ Алсу Ахметшиной, которая выразила благодарность руководству КФУ, академическим и корпоративным партнерам за поддержку и плодотворное сотрудничество, поздравила выпускников. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.